Добро пожаловать, милая. Благодарю. Дочка, сестра Джандан. А что это все такое? А мы приготовили тебе особенный сюрприз. Вы просто супер, я настолько голодна, сейчас же переоденусь, вымою руки и приду. Очень вкусно получилось, здоровья вашим рукам. А приятного аппетита. Демир, ты рассказал Ойке о том, что сегодня приходил в клинику. Что? Я ходил туда. А папочка, ты что, ходил в клинику? Зачем? А, да, напыщенный Мурат ведь бывает там, поэтому. Дочка. Ой, ты, дорогая, твой папа приходил в клинику, чтобы помочь. Ну вот я не знаю, придет ли он еще когда-нибудь. Почему? Я должна была сделать укол маленькой собаке, но по твоему отцу стало плохо, когда он это увидел. Не верю. Вы двое нападаете на меня? Нет, дорогой, я рассказываю Ойке о том, что было. Да, вот так. Я видел такой огромный укол, ясно? Мне плохо стало. Мне было плохо, я чуть не потерял сознание, вот и все. Все, счастливы? А больше ты теперь не придешь. Да, как же не приду? То есть как я не приду, женушка? Разве может быть такое? Конечно, приду. То есть я видел, что тебе там нужна помощь, конечно же, приду. Но не стоило тебе утруждаться, жизнь моя. Нет, жизнь моя, разве я оставлю тебя там одно? Я приду, то есть, конечно же, приду. А еще тебе нужен помощник, и я это видел. А кто самый надежный помощник человека? Кто же? Ее муж. То есть, возможно, сегодня я был немного новичком, но я привыкну за пару дней. Это не проблема. Кстати, если я сегодня обидел тебя, то ты уж извини. Нет, жизнь моя, какие извинения, вовсе не надо. Папа, что папа. Такое, дочка? Папа. Успокойся, что случилось? Там-то? Что? Чтобы Аллах тебя покарал, что она делает в этом доме? Да откуда мне знать, папа? Демир, выведи ее, убери. Она под стол побежала. Джандан, ты же ветеринар, почему ты боишься мышей? А с чего это, разве я не человек? Ты что-то же смелая была, когда мне страшно было. При чем тут это, дорогой? Ой, она идет, Демир. Где? Там. Папа. Что? Ладно. Где? Куда ушла? Туда. Папа, сделай что-нибудь. Ну, поймай уже. Сделай что-нибудь, Демир. Где? Демир, где она? Сделай почему что-нибудь. Я не вижу ничего. Позади тебя. Прямо позади. Что? Демир, возьми вот это. Джандан, не глупи, это не кошка. Как мне поймать его туда? Ну, откуда мне знать? Брысь. Демир, разве она понимает слова? Это же мышь. Откуда мне знать? Да вот она, здесь. Поймай, давай. Закрой дверь. Сестра Джандан, я очень боюсь. Все прошло уже, милая, все позади, давай. Ушла? Ушла. А она еще вернется? Не знаю, дочка, не спрашивал. Да откуда она взялась-то? У нас же есть двор. Пытаются выжить и забегают. Ты мой отважный папа, словно рев. А мой железный человек, как же ты спас нас? Я спасу вас. Джандан, спрошу кое-что. Получается, когда приведут в ветеринарную больную мышь, ты ее не осмотришь? Что будешь делать, я не понял. А при чем тут это? Это работа, а тут... Я не люблю никаких мышей там. Вы чего это смеетесь надо мной? Мы что ли? Мы не смеемся, сестра Джандан. То есть, все могут бояться, но... Я, кстати, не испугался. Ты испугался? Нет. Но ты тоже ненавидишь. Хорошо, их. Немного не выношу их, но не боюсь. Немного? А ненависть и страх одно и то же, папа. Тогда, раз на этот вечер наши приключения кончились, давайте теперь в ванную почистим зубы, умоем руки и лицо. После наденем пижамы и марш в кровать. Давай идем. Хорошо, папа, но... Хорошо, кроме пижамы нужно все сделать. Бегом, марш. Как прикажете, командир. Раз, два. Тогда я уберу здесь все.
Давай уберем. На ночь глядя, приключения у нас. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.